все это смоется паводковыми водами, талыми водами, ливневыми водами, дождями. Все это смоется в водные ресурсы. Никуда это не денется, это не исчезнет. И вот из года в год накапливаемые колоссальнейшие объемы мусора, они фиксируются в одном и том же месте. Каждый человек должен понимать, вот он бросил бутылку, куда она денется. Разложение ее наступит через 500, некоторые ученые говорят, через 1000 лет. Где вот эта бутылка будет находиться огромное количество поколений, огромное количество времени?